Приветствую вас, исходя из того, что я изучил у вас в профиле, я могу предположить, что вы достаточно неуверенный в себе человек, вот, у которого, ну, возможно, есть некоторые проблемы с взаимоотношением с отцом. Вот. То есть тут у вас либо очень мягкий папа и, соответственно, строгая мама. Вот. Либо папа, наоборот, очень такой требовательный, очень жесткий и доходил все до, собственно говоря, подавления вас. Вот. Соответственно, здесь нужно в первую очередь исходить именно из этих аспектов, что вы транслируете людям, вы именно транслируете людям то, что чувствуете сами, по факту. Вы транслируете людям то, что вы испытываете сами. То есть, если вы чувствуете вот неуверенность свою, да, если вы чувствуете внутри себя неуверенность, то вы, соответственно, и, ну, можете быть уверенным, что люди, с которыми вы взаимодействуете, ну, они тоже будут чувствовать не уверен. Не почему, понимаете, не почему, а просто, вот просто потому что неуверенность эту самую чувствуете вы в том числе, вот, и все. То есть вот в зависимости от того, что именно вы транслируете, в зависимости от того, как именно вы себя чувствуете, как именно вы себя ощущаете, вот это люди о вас начинают думать и ведут себя с вами так же. То есть, если, например, если вы, например, не уверены в себе, да, если вы не уверены в себе человек, допустим, то логично, что у людей к вам такой вот немного, может быть, даже и много предвзятое отношение. То есть люди к вам относятся предвзято. И если люди относятся к вам предвзято, то они и ведут себя с вами так, потому что им как бы, ну, приходится общаться с вами. Им приходится с вами как-то взаимодействовать. Вот. А они этого, может быть, не хотят. Вот. То есть дело здесь все вот именно в этих аспектах. Дело здесь именно вот в этих моментах. Скорее всего. Ну вот, как это видится мне, по крайней мере. Как это видится вот мне, исходя из того, что вы написали. Вот. И, соответственно, дружелюбие здесь это весьма посредственная история, потому что не про дружелюбие, не про дружелюбие идет речь, вот, а речь идет совсем про другие моменты. Речь про именно то, как вы представляетесь людям. То есть, по сути, как люди думают о вас. Вот. Это важно, понимаете? То есть вы-то думаете, что люди думают о вас так же, как вы думаете о себе. Вот. А это не так. Понимаете?
И вот, собственно, в этом и есть вся тонкость. В этом и есть вся, ну, как сказать, проблема даже. Наверное. Вот. Ну и да, то, что вот вы не сформулировали запрос, да, к себе, ну, психологу. Вот. Это, конечно, тоже очень серьезный момент. Вот. Потому что все-таки нужно, чтобы вы это сделали, чтобы вы сформулировали запрос к психологу. То есть вы хотите, чтобы вас в коллективе принимали. Вот. А я могу это понять. Я могу понять. Могу понять. Но это вы хотите, чтобы вас в коллективе принимали. Но для этого нужно что-то сделать. Для этого нужна работа. Работа над собой. Понимаете? Вот. И вопрос, он заключается именно в этом. Готовы ли вы что-то делать для того, чтобы ситуация как-то вот изменилась? Готовы ли вы? Если да, то нужно работать. Но для этого нужно понять, какие у вас проблемы есть. Понимаете? Вот, я думаю, что так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете нам. Вот. Я думаю, так. Я думаю, так можно. Значит, если вы действительно не уверены в себе, да, действительно, если вы действительно не уверены в себе, то нужно определить, в чем конкретно вы не уверены в себе. Вот. И уже, соответственно, что-то с этим делать. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. То, что касается того, как вас воспринимают, да, люди, вот, это, мне думается, очень важно. Очень важно. Но это зависит от вас. Это зависит от вас. Это зависит только от вас. И вот вся тонкость именно в том, что вы хотите для себя. Понимаете? То есть, хотите ли вы, чтобы к вам относились люди по-другому или нет? И помните, что люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе. Вот. То есть то, как вы относитесь к себе самому, так же к вам относятся и люди. Вот. Ну, с которыми вы общаетесь.
Вот, я думаю, что именно так и можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Я посмотрел ваш профиль, вы, по сути, не брали ни одной консультации платной, вот, то есть, ну, не консультировали с специалистами, по сути дела, вот. Так что я рекомендую вам начать это делать все-таки, вот. Только так вы сможете ситуацию реально исправит. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи.